Это велосипед. Да. Ну, это практически не велосипед, это мотор-колесо для мотоцикла и для электромобиля CityCar, то есть городского типа. Он развивает где-то 1602 киловатта, 48 вольт питания, 60 километров в час. А процессор к нему стоит автомобильный, вот модулятор скорости. Там 240 ампер максимальный ток, это на мини-электромобиле больше просто не может он развить. Угу. Вот. Минимальное напряжение 24, он работает, функционирует, этот широтный импульсный модулятор. До 60 вольт, к сожалению. Сейчас у нас уже 96 вольт, 120 вольт широтные импульсные модуляторы. На электромобиль мы сейчас отработали 180 вольт, 600 ампер, 650 ампер, вот, и 180 вольт. Угу. А размер примерно такой же, если не меньше. Вот в настоящее время наработано у нас. А это велосипед как модуль, как рама. На него поставили мотоциклетный мотор 14 дюймов. То есть вот этот велосипед, именно этот велосипед принимал, ну, снимался на русском телевидении? Совершенно верно, да. Это вот. То есть НТВ, вот эта передача, которая уже больше 10 лет? Да, да, да. Этот мотор преодолевает даже с набором скорости подъемы, вот, любые подъемы. То есть эти двигатели используют киприоты в нелегальных целях? Да, выпускают эту продукцию, да. И ворует.